Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Кто хочет стать миллионером?». В студии Дмитрий Дебров, а в кресле игрока Владимир Винокур. Мне тоже очень приятно. Присаживайтесь. Итак, первый вопрос. Назовите стоимость проезда в метро в наши дни. У них... Гораздо больше. Варианты ответа. 5 копеек. 4.12. Более 50 рублей. Или 845 рублей 72 копейки. О, да не, ну, вопрос у вас, конечно, тот, это, Дима, да я в метро был последний раз на открытии метро. Ну, хорошо. У вас есть 4 подсказки. О. Это звонок другу, звонок подруге, звонок другу подруге или всем по 50. Ну, позвонить, не позвонить. Вот в чем вопрос. Позвонить, не позвонить. А кому звонить, не знаю. Но я не знаю, как мне быть. Подскажите, умоляю. Ну, у вас же есть друзья. Да полно, но вот едва ли. Я найду таких, чтоб знали, чтобы мне они сказали, какова в метро цена. Может, Баскова спросить? Или есть еще Боярский? Лайме можно позвонить. Зря потратите подсказку. Шуфутинский, может быть. Дядя Миша вряд ли знает. Я вообще не представляю, кто из них в метро бывает. Так кому же мне звонить? Подскажите, как мне быть? Ну хорошо, давайте позвоним вашему хорошему другу. Ну, у меня много друзей. Но хороший-то один. Тем более звонить ему сегодня не придется. Да? Ваш друг у нас в студии. О. Лев Лещенко. Это кто? Это ваш друг Лещенко. Вы уверены? На 100%. Музыка-то из его песни. А чё он такой мелкий? А это обман зрения. Телевидение всегда искажает. Ну ладно. Это, Лёва, сколько там сейчас метро стоит? Старичок, я узнал лаймы. Ну? Московское метро не продается. Если с Винокуром вышел в путь, будет веселей у нас дорога. Помогу ему я с чем-нибудь, даже денег дать готов немного. И сейчас отвечу вам, друзья, но вопрос желательно попроще. Рассказать готов я, не тая. Скажем про березовую рощу. Я про метро должен знать. Старички, изобразите-ка мне рощу. А, ну-ка. Это... О! Закрой дупло. Ага. А тут у нас кто? Замечательно, березка. Итак, поехали. Хорошо, известно всем давно. И ответ, надеюсь, мой устроит. В детстве я не раз бывал в метро. Ну, сколько? Ровно 5 копеек.
это стоит, стоит, стоит. Ответ 5 копеек. Ну, давайте еще кому-нибудь позвоним. Ну, давайте позвоним этой Диане Арбениной. Она что, ездит в метро? Да не, она там поет. Шутка. У меня просто ее телефон есть. Часто дарят мне розы, розы стоят немало. Розы есть подешевле, их не стоит дарить. Я в стихах или в прозе все про розы узнала. Про метро у другого вам лучше спросить. На концертах не розы, просто дарят из зала. А в метро будут вряд ли мне розы дарить. А. Вы готовы дать ответ? Ну, да, ответ 5 копеек. Ну, давайте еще куда-нибудь позвоним. Да. Ну, давайте позвоним Аните Цой. Куда? На восток. Прости, если можешь, я чувствую кожей. В метро очень тесно, зайти невозможно. Метро, если честно, мне напоминает Восток. И я не скрываю, там часто бываю. Я точный ответ, конечно же, знаю. Но лучше спросите меня про Восток. Все я знаю, очень часто летаю на восток. И в лесу не блуждаю, сразу определяю, где восток. А Москву расширяют, это давно пугает весь восток. Я же давно мечтаю, что метро прокопают на восток. Какой ваш ответ? Ну, ответ 5 копеек. Это неправильный ответ. Ну, ну тогда всем по 50. И поедем на метро. Вот там и узнаем правильный ответ. Ну что, красивые, поехали кататься. Для этого не нужен теплоход. Без пробок должен город оставаться. И пусть всех нас вперед метро везет. Ну что, красивые, поехали кататься. Для города мы сделаем добро. Старайтесь от машины отказаться и пользуйтесь услугами метро.